Весной 2023 года на телеканале ТВ-центр состоялась премьера сразу двух сезонов сериала «Сыщица». По сюжету капитан убойного отдела Алла Баринова похожа на кошку, красивая, быстрая, опасная, любит поиграть с жертвой перед тем, как съесть. Научный работник Женя Алехин похожа на серую мышь, незрачная, тихая, шуршит бумажками, пишет диссертацию по психологии убийств. Теперь они напарниц, им предстоит вместе ловить преступников, а еще делить внимание майора Неклюева, который, как каждый мужчина, мечтает о такой любовнице, как Калла, и о такой супруге, как Женя. Главные роли в картине исполнили Мария Дмитриева, Надежда Игошина, Павел Рязанов, Игорь Лифанов и другие. По предварительной информации, дата выхода третьего сезона сериала «Сыщица» может быть назначена на весну 2024 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.